Ратников. Мы находимся в типичном немецком деревенском поселке на севере Германии, неподалеку от южного берега Балтийского моря. Но что меня поразило и удивило? Название автобусных остановок, городков, деревень, поселков, по которым за день проходит местный автобус. Зачитываю. Бантов, Раков, Буков и рядом Нью-Буков, Новый Буков, Пепелов, наконец, Русов, Рогов и Рерик.